пустили в подъезде? На пятый этаж какой-то лифт налево выходить. Это... Выходите, я поднимаюсь уже. Ага. Кого-то там не пустил. Перед ним. Меняли розетку, Рису? Розетки у меня бы начало это. Здравствуйте. Электрочайник подгорела розетка. Я разобрался, сделав электрочайник, вот там это. Запаянном штекере, короче, где-то это. Он грелся и это. У меня, думаю, надо розетки поменять, вот это видно. Сейчас свет. Ты куда? На кухне там? Да. Начал у меня розетки, это включает последнюю, от эти две поменял, он последнюю от этого меня. Ну там по проводам все, ну я не мог перепутать. А вот эти розетки, тут такие хомуты, не хомута это, все белые провода старые идут. И короче, я не знаю, но холодильник робит, ага. Единственное, что тут робит. А можете отключить автомат? Да, я, наверное, вырублю полностью автомат, да. Это был. На всякий случай. Хорошо. Так. Короче, вы поменяли вот эту, да, и вот эти перестали две работать? Нет, вот эти две, последнюю от этого поменял. Холодильник включаю, робот, думаю, попробую чайник включить. Включаю, а здесь вот ни плита, ни котел, ни эти розетки, ничего не работает. Ну, я что-то думаю, что проблема в той розетке, где-то я неправильно провода соединил. Хотя удивительно. Ну, тут правильно. Включить холодильник туда. Я думаю, что тут хомут, я написал. Тут же все по цветам, думаю, что... А тут открутил, снял розетку, а там оказалось это. Все белые провода, у меня их штук 10. И я просто не понял, куда их правильно тыкнуть. Я боюсь, что я там землю повесил. Это неправильно. Бачите, скільки? І, коротше, смотрите, отсюда з этой розетки виходить на залу, на телевізор я робив розетку, виносив, і там не працює розетка. Ну, виходить, ось тут... А холодильник тут працює, так? Да? А холодильник робить, як не странно. Ну, так. Да. Як я смотрився, так що холодильник робить, все остальное не робить. Тут, значить, полуподобно. А, от смотрите, якщо це... Тут вот так было, ну, чтобы это, вот это я езжал, тут была петля и один провод это, ну, просто вот, вот так, через петлю было. Не понял. А там я то потом штуки в кучу завернул, то, по-моему, тоже так здесь неправильно, там надо, наверное, что-то до кучи было завернуть, что-то это. Так, а мы сейчас посмотрим, что у меня есть. Ну, я не специалист в электрике, я только по цветам. Ну, думаю, что же там поменять эти розетки. Думаю, поменяю. А тут у Жинки это дистанционно в школе учить детей. Пришла, думаю, урок надо давать, а тут света нет. Будем разбираться. Так, это два целых. Это понятно. Потом... Да если бы я не знал, что тут под ней это, надо было мне болты не выкручивать. Алло. Добрый. А, спасибо, я нашел, мне надо срочно было. Я уже нашел специалиста, спасибо.
Давайте, наверное, вы включите свет, идите. Я сейчас проверю. Потом вырубить, да. Где тут все? Сейчас я включу. Ехала сегодня праздник, когда ты работаешь, я говорю, так люди не работают. Чего мне нельзя? Так, это у нас 220 получается на счёте. Все, можете выключать там. Ёжик. Болты открутил, они все выпали. Я думаю, ёперес это, надо же было посмотреть, какой, куда, блин. Ну да. Так. Я же думал, там как обычно, блин. Квартиру еще ремонтировал. Да я ремонтировал вообще такую получил квартиру. Надо было люстры хотя бы подцепить, чтобы свет был. Пошел выключить. Тогда еще у меня автомата не было, а ну, домовый тут стоял. Я пошел, вырубил его и бумажку написал. Автомат не включать, идут электроработы. Кручу люстру, как долбануло, я из стола слетел. Выхожу, дед стоит и по всех этих щелкнет. Я говорю, что ты старый делаешь? А я тут ремонт делаю в квартире, я не знаю, где из этой квартиры автоматы. Я говорю, ты придурок, бумажку видел, говорю, старый, ты чуть не убил меня. Она говорит, да я бачу, так я ей снял, думаю, то так повеселее. Надо дату писать, надо. Блин, я был. Так, ладно. Ну, включайте, сейчас проверим, что у нас сейчас заработает. Или там розетка заработает. Ага, ну и то розетку. А ну проверьте, там заработала розетка за стенкой. Мы можем и тут освещать, да? Не, ну я тут пока подключил. А, только ту пока. Сейчас гляну. Тут еще нет, ну еще. Ну вроде бы ту. Так. Тут работает. Заработала, да? Да. Так, тогда надо опять выключить. Я сейчас прозвоню, где этот провод туда идет. Ага. Сейчас мы найдем, чтобы правильно подключить все это.
Четко видно. Какой-нибудь удлинитель. Я не щелкал туда-сюда. А можете дать какой-то удлинитель? Что? Удлинитель дать можете какой-то? Кого? Удлинитель. Удлинитель. Любой удлинитель. На рабочий, да? Этот удлинитель. Да, удлинитель рабочий, да? По идее был рабочий. Я не знаю, он лежит у меня, блядь. Во время войны столько. Давайте проверим на те, где рабочие резинки. Честно, я не знаю, он лежит уже у меня вот целый без действия. Но тогда был рабочий. Оно как идет, вот так вот? Не помню. Нет, а там сверху было это, а потом пошла сюда. Короче, распред коробкой сюда пошло, тут под этим котел и это, и сюда. А вот это уже вот та розетка запитана. Вроде... А, тут не подключен проводом. Не, тут на болтик прикрученный болт. У него держится. Там длиннющий. А, она там и повыпадала, я хреново закрутил еще попал. Ладно, сейчас подтянем. Вроде свежие вырублены. Вроде да. Так что мне. Да что успеете добежать, выключить. Могу не успеть. Когда мне будет такой хлопец-монтёр. Когда ничего страшного, только с непривычки можно закричать. Кстати, это пропал, блин. Он тоже на трех работах работает, так, наверное, это где-то. Не в городе бы связи нет. Кажется, с непривычки можно закричать, каже. Такие
ветки делают, блин, что ни хрена не держит нормально. Да я говорю, что провод жесткий, что короткие провода, блин, ну, вымахаюсь с ними какие-то. Це ж уже переноску сюди, я ще без поняття був брав. Не переноску, а провода я брав. Ну, якби ж мені я знав, що я так взяв би м'які многожитку. Зачем же мені такий? Мені сказали січення, я не взяв, блін. Розеточку переберете, бо там я, мабуть, теж так не поскрепляв би як. А то електрочайники, то эти так. Там не хочется выкручиваться. Скрупчик этот. Там забито, он смотрю этим. Я ж попробував тими розжимками, воно отжимає і туди. От я взяв шову позаду. Видерні цього нахер дивись. Прижмитися чи ні, бо щоб прижав. Щоб не відходило. Да, тут шурупи на бисту, якби щось. Так, де все на місці. Сейчас здесь. Дети отдохнут. Минут 20. Да. Там вот уже зажимает, может хреново позажимал пролить. Одно це гніздо жовто-чорненьке. Я думаю, я то потім второй раз включив, аж смотрю, ну, штекер, блін, этот гарячий. З китайського чайника. Давайте я проверю, все нормально? Давайте я проверю переноску, а то буде мучиться, вона кажеться. Так, раз. Нормальна переноска. Так, это уже...
начинается заземление. А вот то, что за хомут? Вот это? Ага. Ну, это просто, наверное, целый провод на землю идет сразу. Без разрыва. Тут эти мультики. Я их эти два на землю и цеплял. Чего? Так. Видите, включайте, сейчас проверим все розетки. Это должно заработать. Все, на этом. Свой стрипер забыл новый. Так и лежит дома. Проверьте, чайник включите или что-нибудь. Может быть, котел что-то у нас. Может. Сейчас проверим котел. Чайную проверим. А тут можно выдернуть? Да, можно. Сейчас проверю чайник, уже я модернизировал, тоже работает. Все працюет. Все працюет. На той стороне гляну. Что за близкие резетки такие? Объясните мне, пожалуйста. Получается, я все-таки тут что-то нахомутал, да? Да, и тут, и там же вот провода повылазили. Ага. Не понял, что дырка. А розетки нема еще одна, будто тут прокручивается этот болт. Вы знаете, старые есть. Ну, давайте старую. Потому что тут уже оно не зажимается. Чтобы крышка та была, не подойдет она? Крышка та? Ну вот, вот это, а сердцевину, ну и две, он подарил шею. Попробуем. Может и подойдет. Сюда. И это ж такая же. Ну подожди, там еще одна есть. Еще одна розетка? Да, ну то старая дремучая. Ты, наверное, сразу тут ставили, да, их? А ты сейчас при задаче, наверное, дома она стояла у меня. Ну, наверное, да. Похоже, что-то. Ну, одна единственная, то ты стояла. Тоже я две уже сам там розетки кинул. Не было на кухне. А тут стояла. По-моему, у меня розетки никакой нету лишней. Сейчас пока переставок турецкий отель на кухонь был. Я вот этот попробую. А, хорошо. Подходит. Ну, вроде должна стоять. Да. Только тут что-то подозрительно болтиков нет. Ну, может, они отсюда подойдут.
Да, оно... Тут все большие подтяжки. Тут большие. А с вот этой, да, с вот этой могут подойти. Ну, подождите, я сейчас посмотрю. Тоненькие вот такие должны быть, вот, наверное. Ну, типа таких. Ну, вот я пробую, но такой так не вот проваливается туда. Поменять гайки, вот сюда. Угу. Попробуй, да. А, да, вот и не такого плана. Да, там. Вот эти вот, может. Болтик подходит, но длинноватый. А все, это тоже длинный. Так. Сейчас что-то думать. Так, я сейчас розетка. А тут такие же, смотрите. Вот это не такой же болт, смотрите. Не? Там тоже на это же одинаковые все. Что с этой? Может, тут просто болтики поменять? Вот это срезанный болт полностью. Mm-hmm.
Господи, так подумать, что ты ничего не смог не подобрать. Как ничего. Китайца, блин. Все одноразовое, ремонту не подлежит. Все хуй, что я делаю. У меня трезетку взяли на счет. Как пластилин. Так, поэтому и резьбаш слетел, потому что... Ну да. Точно, что пластилин даже не могу взять. Так. Только мы не зажимаем. Тоже вы с этой, по-моему, выкрутили тогда. Болтик для кости еще один выкрутили отсюда. А где еще одна розетка у нас была? Смотрите. Раз. Два. А вот третья. А, да. Тут, блин, черная. Как назло. Так. Цей хрен перекосиш болт, это советский. Этот? Этот плоский. Может, длины как раз нормально будет. Надеюсь. Лопнула. Так, может, сразу за розеткой съездите лучше. Давайте я сержу, да, возьму еще одну розетку. Потому что это мучение одно. Сбегаем по съезде далеко. Взял такую розетку, короче. Крышка, правда, можно эту рамку поставить. Главное, что это результат. Сколько у меня розетка стоит? 110-105. Ну, взял в этом... Вы где брали? Будной, да, не тут? Нет, просто не подумайте. А, ну тут... 95, по-моему, 92. Ну, вот такая самая, только с крышкой. Ну, мы эту рамку поставим. А так фирма эта же. Ну, поняли? Я понял. Какая нам разница? Просто там не было этой...
я, наверное, не в последние три забрал. Ну, я сейчас посмотрю, пока на что. Сейчас еще буду с вами рассчитывать. 91,90. Сейчас надо рассчитываться. Так, вроде. Так, где-то еще надо. Нет, я просто собрать ситуацию сразу за это. Лучше есть, ну, про инструменты вроде что можно одного надо нормального взять. Я почему туда и поехал. Это... Он говорит, вот это все, что есть. Да, ну, есть вот такое это... говно, есть такое, да? Да, да, примерно так вот. Так, свет не надо вырубать. У вас тут такой подрезетник здоровенный, что мне тяжело. Это все, я говорю, пресдача дома, а потом еще плитка положилась, это, блин. Это я повыводил на уровень этого, а этот с самого начала был здесь. Отключайте от греха подальше. Так, холодильник заработал. Плита заработала. И там работает? Работать. Работает, да, там? Да. Ну, здесь он работает.